Всем привет! В этом видео я вам покажу еще одну прекрасную альтернативу инсталлуса. В нем вы можете скачивать приложение не с файла обменника, а с сервера разработчиков. Это очень большой плюс. Значит, так как его установить? Заходите в CD, управление, изменить, добавить, добавляете тот репозиторий, который будет внизу в описаниях. Потом нажимаете добавить источник. После того, как вы его добавили, идете в поиск. Открываем. Место изменить у вас будет установить. Нажимаете установить, телефон сделает рестринг, и все. Давайте я вам его покажу. После установки у вас появится вот такая вот иконка, давайте мы ее откроем. Я вам хочу сказать минусы и плюсы. Какие плюсы? Все приложения скачиваются не с файла обменника, а с сервера разработчика. Очень большая скорость, даже лучше, чем Instalus, ну где-то 2 мегабита в секунду. Очень удобно обновлять приложение, а самый большой минус — это то, что приложение на китайском языке, но разработчики обещают его русифицировать. Так что будем ждать. Значит так, тут есть категории, тут можно скачивать картинки, музыку, вот вы можете видеть вверху, игры и разные приложения, популярные. Внизу все по-русски. Главная страница — поиск, загрузки, обновления, мои программы, файлы, настройки. Можно перезагрузить ваш девайс прямо с этой программы. Выключить его можно. Можно узнать о программе. Значит, давайте зайдем на главную страницу. Давайте что-нибудь скачаем. Повторюсь, что все приложения скачиваются не с файла обменника, а прям с сервера разработчика. И это очень-очень большой плюс. Можно посмотреть скриншоты. Так, чтобы скачать, нажимаете вот сюда. Я вам заодно покажу, как это все установить. Давайте мы подождем. Заодно посмотрите, какая скорость. Я вам честно хочу сказать, мне очень понравился, даже лучше, чем Instalus. Так, после того, как программа загрузилась, заходите вот сюда. Если качаете какую-то игру, вот сюда. Если музыку, сюда. А если картинки, то вот сюда. Так, мы выбираем первую, нажимаете вот сюда. Ждем. Все, она у нас установилась. Давайте посмотрим. Вот она есть. Вот такая вот отличная альтернатива инсталлуса. Пишите комментарии, если она вам понравилась. Ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Всем пока!